Лучше не будет. Оно не лучше, оно еще хуже, оно вообще нету. Она не мигает, это лампочка, где интернет. Может, я там что-то подключил? Ну, иди ты подключи тогда. Или пусть они пришлют, чтобы подключили. Це воля, це якісь наказання Господні. Треба з неї йти і все. Немає інтернету, платиш 429 чи 39 виплату? Чи 429? За інтернет, за телебачення. Телебачення сказала, не хочу дивитися, дайте цей. Дайте без телебачення. Немає такого. Треба брати так, пакет з телебаченням і з інтернетом. Людина не хоче дивитися телебачення. Дайте їй змогу дивитися те, що вона хоче. Ні. Інтернет в основному через Київстар дивимося. Да? В основному через Київстар. Ну ти на генді через мобільний. На телефоні, так. Да. Я не можу дивитися да. Netflix через мобільний. Да. Или YouTube. Ты что це за така воля? Не, ну оно же везо должно идти. Че? За что я деньги плачу? Ну так за что? Правильно, я плачу. Сколько я буду платить? 275 гривень. Ой, я плачу 250 и Давид 275. Це получается 525 мы платим за мобильный интернет. Безлимит. Но зато мобильный супер интернет. Супер мобильный. Киевстар. И вот эту волю подключили, была у прежних своих хозяев, да? И теперь маємо проблемы с интернетом, потому что раз в день показываю интернет. Вообще нема. Все ж сижу на лайте. Все на лайте. Все на мобильном. До Киевстара питань немає. Надо на Еверест, напевно, переходити. Хто знає, які ці нормальний інтернет провайдери, чи як вони називаються, щоб підключитись. Ми не хочемо довбати стіни. Ми не хочемо довбати стіни в під'їзді, в квартирі, щоб проводити тут це, як воно називається? Задолбала собака. Петунья, цветы. Ну, гавкая, а что собака? Для чего собака? Чтобы не гавкала. Ну, ты же гавкала по делу, а не просто так. Она по делу, кто-то проходит, она гавкает, она дома охраняет. Она слышит, что там дверь, я начинаю шевелить, она ну, начинает. Ну, она охранник, правильно, молодец, хорошая ну, собака. Хорошая собака. А что тогда собака, чтобы сидеть и молчать? Я хочу дашь? Сидеть тут нормально, не слушать это гавкать. Одень наушники. Одень. Ой, цветочки, решетки. Ой, мне тоже вони не подобаются, но их никто уже не будет снимать. Вони там запаяны навечно. Такие у нас справы.